Наличие свободных коек для больных коронавирусом – вопрос, который в условиях пандемии волнует и руководство муниципалитета, и медиков. Сегодня важно предусмотреть дополнительные места, чтобы медицинскую помощь смогли получать все заболевшие. Власти округа рассматривают возможность установить свободные койки для больных легкой формы пневмонии в поликлинике поселка Новый Городок, бывшей медсанчасти, где капитальный ремонт находится на завершающем этапе. В итоге, чтобы мы здесь легкие койки разместили, что вы можете сделать в ускоренном порядке? Не две недели, а за 10 дней, например, фасад. Да? Фасад остался, что еще? Внутри? Осталось фасад. Сейчас ведутся работы по монтажу ограждений, окраска стен, коридор и первый этаж. И мероприятия, связанные с маломобильными группами. Сегодня объект находится в высокой степени готовности. Реконструкцию проводят по программе губернатора «Восстановление инфраструктуры бывших военных городков». К ремонту подрядная организация приступила в сентябре 2019 года. В ближайшие дни руководство городского округа определит сроки, в которые помещение поликлиники должно быть перепрофилировано под больных коронавирусом, а также утвердит количество необходимых мест. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.